Самым интересным событием начала встречи, а возможно и всего матча, стал выбежавший на поле пес. Собака, как заправский футболист, отобрала мяч у игроков и начала с ним резвиться, изрядно веселя зрителей. Но нарушителя футбольного порядка быстро выдворили за пределы стадиона, и матч продолжился. Игра была равная, без обилия моментов у ворот команд. Видно было, что коллективы еще только вкатываются в сезон. Гости выглядели острее, и на 35-й минуте наши защитники провалились в обороне, и чтобы избежать гола, пришлось фалить, зарабатывая пенальти. Благо, 23-й номер гостей с точки не попал по воротам, и на перерыв команды ушли, не размочив счет. В начале второй 45-минутки гостям удалось поразить ворота поливчан, но судья гол не засчитал из-за положения вне игры. И до конца встречи ни одна из команд так и не смогла поразить ворота соперников. Итог 0-0. А сегодня многое зависело, как начнем. Сами понимаете, что дело такое, что удачно сыграем. Тем более игра дома, обязательно надо было постараться. Ну, по игре, конечно, видно было, что нас немножко переигрывали, ребята поопытней, где-то повезло. Но самое главное, что мы выдержали, что был характер. В принципе, конечно, вот незабитый пенальти, конечно, это нам в нашу сторону сыграл. Но молодцы ребята, все-таки несколько человек сейчас пришли на помощь к нам. И Чупин, и Тимирбаев, и... Так что надеемся, что в каждой игре будет лучше. Следующий матч на стадионе «Школьник» Северский Трубник проведет 11 мая. Тогда в гости к поливчанам пожалует команда «Артемовский». Максим Исаенко, Сергей Чижов. Новости «Твой день».